Из Донбасса тем временем опять приходят сообщения о новых обстрелах, о том, что украинские силовики открывают огонь из крупнокалиберных орудий и зенитных установок. Сегодня заявили представители обеих самопровозглашенных республик, и Донецкой, и Луганской. В штабе ДНР за последние сутки насчитали более сотни выстрелов. Говорят, снаряды рвались в окрестностях Донецка, Горловки и расположенного рядом поселка Зайцево. Сообщается, что там ранена женщина. Командование ополченцев обвиняет Киев в том, что военные стягивают тяжелую технику, танки и установки «Град» к линии соприкосновения. Также власти ДНР призывают международные организации обратить внимание на усиление блокады Донбасса. Украинская сторона накануне объявила о закрытии пункта пропуска через линию разграничения в поселке Зайцево. А сегодня появилась информация, что может быть закрыт и другой КПП, которым пользовались местные жители в станице Луганской.